Предновогоднее время богато на добрые дела и свершения. Многие важные вопросы по благоустройству сельских поселений муниципалитета решаются с помощью инициативного бюджетирования, которое основано на предложениях активных жителей. Мы побывали в поселке Целинном, где был реализован очень хороший проект. Более 4 лет назад, накануне Дня Победы, в центре поселка Целинного был торжественно открыт памятник в честь героев Великой Отечественной войны. Он стал символом времени, когда наши деды и прадеды сражались и победили немецко-фашистских захватчиков. Однако место вокруг памятника также нуждалось в благоустройстве. Это беспокоило жителей, которые выступили с инициативой, чтобы преобразить территорию. Проект нашел поддержку на уровне края и были выделены средства для его реализации по программе инициативы. Мы очень рады этой программе, потому что благодаря этой программе благоустраиваются наши маленькие поселения, появляются вот такие благоустроенные территории. Мы уже участвовали 2 года назад в этой программе, у нас появилась детская площадка, теперь у нас появилась вот такая территория благоустроена за нашей стелой. Стела, вы сами знаете, появилась у нас 3 года назад благодаря главе района. Надо было эту территорию дальше благоустраивать. И вот люди вышли с такой инициативой, и благодаря губернатору и его программе у нас появилась такая территория. Жители поселка по достоинству оценили усилия властей по формированию комфортной среды жизни. Очень такой необычной красоты. Мы давно ждали такого уголочка красивого. Хотим, чтобы наш поселок расцветал, хорошел, благоустраивался. Вот спасибо администрации района, нашей администрации. Мы имеем вот такую красоту. Да, здесь сделано все, чтобы было удобно отдыхать, проводить время. Есть лавочки для отдыха, фонари. Жители Целинного стараются благоустраивать свои домовладения и бережно относятся к тому, что сделано для них властями. Все жители поселка у нас как бы стремятся к благоустройству территории, свои дворы благоустраивают. Вот теперь центр у нас такой красивый, и мы все стараемся. У нас даже есть люди, которых мы наградили в этом году за благоустроенную территорию своих дворов. А вот этот скверик, он преобразил наш поселок, и нам это очень нравится. В Целинном не намерены останавливаться на достигнутом. Есть новые идеи, что еще сделать для того, чтобы поселок стал еще комфортабельнее и краше. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».